Всем-всем большой привет! Давайте полистаем в каталог Avon номер 5 за 2017 год. Вот так он будет выглядеть симпатично. Ну и чтобы не тянуть времени, я давайте сразу же и начну. Чуть-чуть я приподняла краешек, чтобы свет, блики не падали, поэтому вроде бы все видно. Идет предложение лаков. Первое средство. Ну, тут не только лак, но, наверное, будет еще и средство для ухода за ногтями. Первое средство 169, второе 60. Это предложение продолжается. И разные линейки лаков предлагаются. Если что-то не видно, задавайте вопросы, ставьте на паузу. Бывает так, что я что-то не замечаю, пролистываю нечаянно. Тут уже не стоит критиковать, а просто обратитесь. И я подскажу, если что. Предложение продолжается. Здесь тоже. Да, все видите, все средства для ухода за ногтями и кутикулой вокруг ногтей. Улыбки. Улыбки мы начали собирать в прошлом, в четвертом каталоге. Здесь мы их продолжаем собирать. Условия такие. Если вы в четвертом уже насобирали достаточно, вы можете в пятом уже начать менять их на любой товар за 2 улыбки, за 4, за 6. Либо можете собирать дальше улыбки и уже в шестом каталоге их обменять. Надо заказ сделать на 600 рублей в каталоге пятом, если вы добавляете улыбки. В четвертом тоже было 600, но там надо было взять обязательно еще помады. А здесь нужно будет включить два любые продукта со страницы 2.9 и получить улыбку. Продукты на странице со 2 по 9. Вот мы сейчас с вами листали. То есть что-то надо было взять, какие-то два продукта для ногтей. Это обязательное требование для получения улыбки. Если продукты не набирают 600 рублей, они не наберут, то нужно на 600 рублей все равно добрать сумму по каталогу. И тогда у вас будет одна улыбка. Соответственно, если вам нужно 2 улыбки, то берете уже 4 продукта с тех страниц и на 1200 должен быть заказ. Дальше смотрим. С улыбками вроде бы понятно. Помада Ультра предлагается 249 рублей. Я сейчас себе заказывала вот эту помаду, тропический розовый. Он Жаркие тропики всегда назывался, почему-то назвали тропический розовый. Оттенок можно посмотреть в моем заказе, если вы не смотрели мой заказ по четвертому каталогу. В общем, 249 рублей помада. Для представителей помады будет выгодно продавать, потому что здесь, по-моему, будет со скидкой. Но мы сейчас долистаем. 500 рублей – очень хорошая цена на парфюмерные водички. Мужские туалетные, женские парфюмерные. Если берете товар на сумму 450 рублей по каталогу, то можно за 500 взять либо череш, любой из черешей женский, либо любой из элит джентльмен мужские. 740 рублей вот на эти водички цена. Дороговато. 400 рублей. Ну, я так округляю уже этот рубль на такие женские водички. Любая тушь за 255 рублей. Хорошая цена на карандаши 169 рублей. Поэтому обратите внимание. Тут есть и с блестками диамант. Эти блестки не осыпаются. И есть просто карандаши для глаз цветные. Есть карандаши для бровей в трех цветах, поэтому можно смотреть, выбирать. Суперустойчивая помада, но она не сильно суперустойчивая, но подсушивает-то хорошо, устойчиво. И два блеска для губ. Кстати, вот этот блеск 3D объем, он холодит, в общем, губы. Такой холодящий эффект имеет. Поэтому... Так, цена 239 рублей выше. Вот на эту страницу. Я ее цитировать не буду, поэтому просто можно посмотреть. Вот здесь новинки появляются. Можно взять женские кроссовки или женский рюкзак Николь. Очень хорошая цена
на рюкзак 700 рублей, но обратите внимание, он, по-моему, небольшого размерчика. 17 на 22 и на 10, то есть он действительно небольшой. И кроссовки, начиная с 36 по 41 размер, за 1100 можно взять. Любой из этих средств вот на девушке, кроссовки и в руках сумочка. Если покупка будет любых товаров на сумму 449 рублей по каталогу. Единственное, некоторые страницы с такими супер акциями, они не входят вот в эту сумму. Вот. Но вот сумочка-то мне понравилась. Например, на лето такую беленькую очень даже симпатично. Искусственная кожа. Ну, в общем, так. Следующее. Ванильные мечты. Очки солнцезащитные. Есть вот женские брюки на талии. Застежечка сбоку идет. По типу джеггинсов, но, по-моему, они чуть-чуть покороче идут. И блузка женская. Вот все на девушке видно. Avon Life. Кинзо. 1500. Цена стандартная на него. ТТА. 1100. Абсолют предлагается за 760 рублей 30 миллилитров. А нет, любая. Тут еще вот представлены три аромата, тоже 30 миллилитров. Новинка появляется Mesmerize Red. Любая за 760 рублей. Они шли по фокусу. То есть, кому выгодно, можно было в четвертом каталоге взять по фокусу. Женский аромат. Для нее имбирь идет, красный пион и пачули. Но я его так вот со страницы-то потестировала. Вроде приятный аромат, но страница это одно, а пробник и сам аромат это совсем другое. Так вроде цветами пахнет. Думала, что имбирь будет как-то тяжеловато. Но вот со страницы вроде неплохо, но кто его знает. Viva La Vita. Наборчик идет. Красное платье, черное. Не стандартное. Оно, наверное, не лимитировано. В общем, с орнаментом, с кружевами. И здесь набор идет Incandescence. Ну, тут видно, 145 идут шариковые эти спры, парфюмированные воды. А с распылителем 189. Здесь цены видно. Кстати, недорогие, 275 это хорошая цена для таких всех водичек. Они бывают и выше намного поднимают. 30 миллилитров хорошие цены, 335, Incandescence, Prima, Femme и Persif. Мужская линеечка. Любая водичка за 400 рублей предлагается мужская. Здесь подороже, можно наборчиком, можно отдельно. Вот пошла новая серия Avon. Если я не путаю True, но я, как всегда, могу неправильно прочитать. Тушь. Тушь я не брала, ничего о ней не знаю. Так. Здесь новиночки пишут. Наверное, новинка вот эта палетка, что ли. Не вижу новинку. Я с вами первый раз просто листаю. Так, это у меня закладочка была. Я заказывала вот в этой новинке помада 3 в 1. Питание и цвет.
Я заказывала вот эти три оттенка. Их можно посмотреть в моем заказе по четвертому каталогу. Как они выглядят. И свое мнение об этой помаде я говорю там. Единственное, хочу сказать, вот здесь написано, что глубоко питают, увлажняют губы. Да, это так. Стойкие пигменты обеспечивают сочный цвет и предотвращают его растекание. Да, это тоже так. Единственная помада с едой съедается. Но держится очень хорошо. То есть то, что там написано, это действительно так. На губах мне помада понравилась. Но у всех разные требования к помаде. Может быть, кому-то и не понравится. Так, тут линейка. Все знакомые средства. Просто смотрим цены. Стойкий тон. Крем-пудра для лица. Вот здесь новинки появляются. Поэтому смотрите, вот здесь румяна. Новые цвета, да? Потому что их было, по-моему, два цвета, стало 4. Я могу путать, конечно. Нежное сияние 329 рублей. Вот они так смотрятся. Сейчас попробую. Вот так приблизить. Просто с камеры я не буду уже снимать. Вот. Со штатива, вернее, камеру не буду снимать. И здесь написано новинка. Вот здесь есть корректирующее средство, жидкое, маскирующее средство, спокойное сияние. Ну и тональные кремы. Но я думаю, что тут просто название поменяли же они, вот это название новое. Поэтому, возможно, просто смена дизайна упаковки. И это уже является новинкой. Чувство объема помады губные. И вот здесь что-то интересное. Жидкое маскирующее средство. Матовый эффект. 249 рублей. Вот так. Смотрим дальше. В новой упаковке, да, идет тени. Они же были в красной, с красной крышечкой, стойкие. Экстра ластинг называли. Сейчас все вроде те же самые оттенки, но вот этого зеленого я не помню, не было, мне кажется. А может быть и новые все. Ну, в общем, вот для меня как-то новинка не написана, а я вот как будто первый раз увидела. Вот, интересно. Так, смотрим дальше. Помада люкс 450 рублей. Набор. Да, это не помада. Это набор за 450 рублей. Входит в него помада и тушь. Вот. Это выгодное предложение, поэтому можно выбирать тушь стандартную, а вот помаду, наверное, можно себе выбрать. Тушь в двух оттенках идет, да? Коричневая и черная. Поэтому даже и тушь надо выбирать. И тушь, и помаду. Тут вся линейка люкс. Новинок нет, цены знакомые. Ликвидация до 80%. Ну, давайте разбирать, раз ликвидируют. Поэтому можно смотреть цены. Тут тоже эта линейка входит. Сумки, шарфик есть, даже аккумулятор тут есть, правда, дороговато. Многие вот интересовались, это шоколадка, чехол для мобильного телефона, он идет на iPhone 5, на iPhone 4 в форме шоколадки, очень симпатично смотрится. Так, смотрим дальше. Мне кажется, так все видно, да?
Украшения все знакомые, просто идет как бы страница распродажи. Так, видно. Брючки женские. В прошлых каталогах были более выгодные цены. Вот здесь интересное белье женское. Трусики и такой топ. Да. Ну, бюстгальтер написано, но он в форме топа. Это топ 700 рублей, а трусики 400. Ну, плюс-минус. Минус скидка представителя. Украшения. Шумы не обращайте внимания, у меня кот тут шуршит, я ничего не могу сделать. Кот хулиганит. Любая цепочка с подвеской за 300 рублей. И вот здесь вот интересный набор. В таком очень красивом, удобном даже в форме раковины контейнере. Ну или как это сказать, в коробочке. Набор сережек. Так, три пары, 450 рублей. Ну, тут в форме гвоздиков они. Дальше. Сумки. Вот такие. И шарфики на другой странице. Есть такое украшение, брошь, которая подходит как держатель шарфика. Вот. Есть кошелечек, видно, да, тут. Дальше молодежная серия. Давайте смотреть. Новинка. Две водички по 425 рублей. Мужская и женская. Ну, она уже была совсем недавно. В ближайших каталогах, то есть это новинка, уже не первый каталог. Лимон, лаванда, кедр для него. Груша, черная фиалка, сандал для нее. Такие молодежные две водички. Так, я тут цены сбиваю, да? Съехала немножко. Так. New серия началась. Так, вот крем Перфектор. Я его часто хвалю, но я увлеклась им, пользовалась каждый день под тональную основу. Он очень закупоривает поры, высыпания по лбу у меня пошли. То есть на лбу еще над косметикой челка, и, видимо, вот коже тяжеловато было. Плюс еще носишь шапки зимой. То есть вот у меня лоб не выдержал. Поэтому я сейчас не пользуюсь этим кремом. Я думаю, это все-таки на конкретный случай. Не надо им пользоваться постоянно. Ну, по крайней мере, тем, у кого жирная кожа или склонная к жирности. Вот у меня получилось так. Долго я искала виновника, почему у меня лоб зацвел. Вот, все-таки оказался это он. Так, смотрим дальше. New продолжается серия. Умная сыворотка. Мини-наборы возьми с собой куда угодно. Дневной крем плюс умная сыворотка, усиливающая результат. Вот она сыворотка и вот он крем. Поэтому можно брать набором. Так. Косметичка за 59 рублей в подарок, если, наверное, вы что-то купите вот из этой серии. Вот оно, специальное предложение. Купи любое средство со страницы, любое очищающее средство с других страниц. И закажи удобную косметичку за 59. То есть нужно одно средство 120-129 страница и второе средство со 130-131 страницы, и тогда можно будет взять косметичку. Вот такой разворот был внутренний эффект в серии. Так, смотрим дальше.
каждая 149. Серия Кем пошла. Кремы для рук, кремы для тела, 400 миллилитров объем большой, удобный. Так, Naturals 149 маски, да? Очищающий скраб для лица, увлажняющая маска, питательная маска и сияющая, для сияния маска. Вот. 149 рублей любой набор. В общем, либо вот так, либо вот так. Разглядела. Вот все-таки, когда нету возможности предварительно полистать, все по ходу тут глазами стреляешь, пытаешься сообразить. Так, вот здесь что-то интересное. Новинка. Визитницы, да, и чехлы для телефонов. Видно, очень красивые. Визитница 249, а чехлы, так, 199, да? Давайте-ка я повыше подниму, что-то я сама плохо вижу. Иногда такая цифра, никак не поймешь, это единица или четверка. Ну, вроде единица. Так, вот так, да, было? Как было? Дальше смотрим. Я особо не тороплюсь, потихоньку. Надеюсь, вы тоже никуда не торопитесь. Быстро, когда листаю, ругают. Поэтому уж не торопясь. Новинка. Крем для рук. Вот такой, 30 миллилитров. Ну, практически в каждой линейке эти кремы для рук появляются. Это Планета Спа. Любая маска 119 рублей. И есть новинка, турецкий хамам. Вот. Очищающая маска для лица. Вот она на девушке, такая темно-коричневенькая. Как чунга-чанга будете. Цены от 135 и выше. Вот здесь что-то является новинкой. Очищающий крем-гель для душа с глиной, турецкий хамам. 275 рублей. И в нем 200 миллилитров. Интересно. Мужской взгляд. 6 способов привлечь. Получая внимание в полном объеме. Лосьон-спрей для тонких волос. Максимальный объем 99 рублей. Если купите любое средство со следующих страниц. Дальше смотрим. От каких шампуней зависит ваша привлекательность. Вот так. Можно расчески брать. Тангл Тизер такая в серебре. Тут я не буду сильно задерживаться. Так. Все, вот на этих страницах, по-моему, заканчивается вот с лосьоном. Предложение. Да, дальше начинается Naturals серия. Смотрим. Footworks. Дезодоранты. Тут большой объем 150 миллилитров, 199 рублей. Это смягчающий крем для ступней. С мочевиной и еще там с чем-то сложным. Альфа. Гидрокси. Ой. Ксики. А, кислотой. Еле прочитала на бикрень-то. Это лучшая цена. 99 рублей. Дезодорирующий спрей для ног. Ну да, если 250 полный, 99 это очень хорошая цена. В этом спрее 100 миллилитров. Вот так. Так что присмотритесь. Продолжается Footworks. Цены от 69. Вот тут тоже еще с хорошей ценой. Средство смягчающее. Но оно такое, знаете, как вазелин.
плотное, по-моему, если я не ошибаюсь, то это оно. Тут тоже есть предложение с лучшей ценой, можно обратить внимание. Так, детская серия. Шампуньки, гели. Кто-то их ругает, состав не нравится. Кто-то хвалит, все нравится. Ну, это на любителя. Ну, не на любителя, а кому подходит, кому нет. Все по желанию. Так, мужские наборы. Из двух средств 219, из трех средств 299. Тоже мужская линейка. Гели, дезодоранты. Можно выбирать. Является новинкой гель блаженства. Аромат фиалки и жасмина. Приятный аромат, действительно цветочный такой, красивый. Любой гель 79. Так, что-то кверху поехала. Набор 250 рублей. Состоит из геля в 500 мл. И пена для ванны тоже 500 мл. Вот такой. Новинка орхидея и гордения. Пена 149 рублей. Можно обратить внимание. И здесь любая пена 149 рублей. Есть литровые за 269 и есть 500 мл 149. Первый 125, второй 75. Можно вот набирать наборчики себе брать. Здесь то же самое. Здесь любое для интимной гигиены средство по 125 рублей. И последняя страница. Любой шампунь 99. Вот такой вот пятый каталог. Давайте посмотрим теперь фокус. Я книжечку подложила, чтобы так отсвечивала, а так вроде бы нормально. Так что листаем. Так, каталог я подальше уберу, а фокус так вот. Новинка следующей компании. Мужская серия. Восточно-древесный аромат идет. Бергамот, мускатный орех, черная амбра. А в набор входит шампунь, гель для душа для мужчины, туалетная водичка 75 мл. 555 рублей для представителя. Вот. Лайф выгодно заказывать. 40% будет скидка для представителей, если больше двух ароматов берете. Так, вот я говорила, помада ультра, брать ее выгодно более двух штук. 40% скидка тогда для представителей. Новый бренд Марк. Я не знаю точно, но мне почему-то кажется, что это молодежная серия, как бы изменила дизайн. Но я могу ошибаться. Но здесь предлагается не помада, а любой пробник взять. Максимум цвета. Давайте так повыше подниму, и вы посмотрите. Пигмент на максимум, то есть получается очень стойкая, высокопигментированная текстура, увлажняющий эффект. Одна штука 20 рублей, 15 штук любые 210. Представитель может неограниченное количество себе набрать и вкладывать в заказы. Вот они, все цвета, вся линейка. Кому это интересно, то обратите внимание. Безупречная кожа в любом возрасте. NU набор. Сыворотка корректор морщин вокруг глаз 15 мл. И сыворотка корректор морщин 30 мл. Вот она. И лосьон корректор для заполнения морщин 4 мл. 1000 рублей для представителей. Полный набор 3105 рублей. Поэтому, если вам это интересно, обратите внимание. Скидки уже не будет. Представитель может взять себе один набор. Глоток свежести. Новинка следующей компании. 299 рублей. Любая из водичек. Персиковый чай. Фрезия мускус. Это для нее туалетная вода 50 мл. А для него
цитрусовые ноты, белый перец, белый кедр. 75 туалетная вода миллилитров. Так, вот здесь новиночка. Набор экзотический кокос и карамбола или карамбола. Гель для душа, лосьон спрей для тела, лосьон для тела. Также идет вот здесь пена для ванн, луговые травы. Сейчас я здесь не перегибается, чтобы вам показать. Вот такие луговые травы. Будет травкой пахнуть. У кого совсем тоска по весне, это будет актуально. И глубокое питание. Это смываемый увлажняющий лосьон, кондиционер для тела с маслом семян миндаля. Глубокое питание. Так, Avon Club, кого интересует. На нем я не буду останавливаться. Надеюсь, в этот раз я не сильно быстро пролистала. Так, тут идет такой сарафан, женское платье, 1260 рублей. Вот оно на девушке. Украшения тут можно подобрать. Вот такое, не знаю, на любителя, да. Прям такой деревенский мотив, прям коромысла не хватает. Но в любом случае мода разная, поэтому это я не шучу, ну, то есть без сарказма, просто... Такой интересный красный цвет. 335 рублей можно взять представителю. Вот такой набор. Неограниченное количество может взять представитель. За 335 рублей. Раз, два, три, четыре, пять средств. Они бедные. Эту пену уже не знают, куда воткнуть. Эту пену все распродает Avon. Так, ну давайте посмотрим теперь распродажу. Так, распродажу мне не очень удобно. Попробую, знаете, как сделать. Не в эту сторону, то это. Может быть, получится. Так, что у нас здесь? Набор для маникюра 200. Пена для ванн белая лилия 99. Вот кто-то у меня лилию просил из моих знакомых. Я говорю, что-то я ее не вижу. Вот видите, увидела. И маска для лица 89. Так, тут мне будет неудобно. Давайте, ой, опять я легаюсь. Сейчас я попробую вот так. Мы с вами посмотрим вот так. И будем смотреть. Ну, если что-то будет не видно, уже извините. Отсюда вверх поедем. Но свет так падает, что, в принципе-то, мне кажется, цены видно. Даже если чуть-чуть где-то и отсвечивает. Ну... В целом видно. Так. Большая распродажа, много тут всего. Вот так. Это посмотрели. Дальше, я не знаю, для всех территорий или нет, у меня есть еще вот такие два каталога. Мода и стиль, которые, наверное, для всех территорий. И вот такой стиль жизни, который идет приложением к пятому каталогу. Давайте вот со стиля жизни начнем, потому что вот этот, может быть, есть у всех. Поэтому
если что, вы можете только этот посмотреть и остановиться. Такое платье. Так, тут, наверное, мне вот эта книга опять в помощь будет отсвечивать. Вот, да, давайте так. Такое платье, колечко. Платье на девушке. Брюки плюс леггинсы. Треггинсы. Стали треггинсы уже. Вот такая сумочка. На кошелечек похожие. Часики. Украшения такие. Ну вот сумочку-то у девушки можно посмотреть в руках. Но она больше похожа такая, как, знаете, конверт-кошелек какой-то. Так, ничего не закрываю, нет. Тоже брючки женские, беленькие. И такая блузочка женская. Сумка и украшения. Цены видно. Две тысячи платье. Вот такое. Оно же на девушке. Так, тут вообще неудобно мне с моей камерой. Вот так. В общем, джемпер идет здесь. И брючки. Так, тут спортивная страница. Так, видно. Уже много времени, наверное, не стоит. Чуть-чуть побыстрее. Если что, ставьте на паузу, потому что действительно литературы много, листаю долго. Снова пингвин возвращается. Домашняя одежда. 1000 рублей. Еще и скидка. У меня однажды девочка худенькая брала, на ней очень мило смотрелась. Она прям такая, как медвежонок пушистый в этом пингвинчике. Он теплый-теплый. Так, не знаю, видно тут кружка. Это мужская больше страница такая. Детская страничка. Прикольные часики детские, но дорогие. Так, одежда видно. И вот такие шармы можно взять. Давайте поближе покажу. Наборы. Когда-то мы собирали их, можно было бы подарок, ну теперь вот они продаются. То есть если вы в свое время не успели набрать этот браслет себе, то сейчас можно подкупить. Так, это мы посмотрели все. Давайте вот эту еще полистаем для тех, у кого нет этого приложения. Также быстро. Гимнастический коврик интересный. Так, вот это что у нас такое? Вот это что? Дальше. Тоже сумки, зонты. Такая интересная тоже страница, поэтому мы ее тоже пролистаем. Где-то отсвечивает. Вот так аж открывается. Не заблудиться в страницах тогда.
видно, да? Удобно. Так, эту мы страницу с вами тоже посмотрели, да? И, наверное, осталось неудобно. Наверное, осталась вот эта страничка еще. Вот и все. Вот таким будет пятый каталог в компании Avon. Надеюсь, я была полезна. Спасибо всем огромное за внимание. Всем до новых встреч и всем пока.